Привет, друзья! Этим видео я хочу разбавить немножко свою мотоциклетную и драйвовую тематику чем-то таким нежным, с цветами, готовкой и приятным времяпровождением. В общем, погнали готовить шашлык! А готовим мы шашлык сегодня не просто так. Дело в том, что у моих родителей, драгоценных, любимых, сегодня юбилей их свадьбы, 30 лет, с ума сойти. И вот он, плод их любви. В общем, и по этому поводу мы делаем шашлык сегодня. Смотрите, здесь у нас, короче, уже жарится картошечка с сальцом. Я уже показывала вам видео, как мы делаем мясо в казане, можете посмотреть. А сегодня мы будем делать мясо на мангале Unikit. Кстати, мангал нашего российского производства. Давайте посмотрим подробнее, пока он там горит, трогать не буду, да? Цвет матовый черный, не просто черный, а матовый, красивый матовый черный цвет. Вот видите, вот эти вот резные штуки, это не просто, чтобы как картинка поначалу я подумала, а для того, чтобы шампур переворачивать не как вот просто, а с трех сторон даже можно переворачивать его. Вот мне уже помощник несет шампур, чтобы показать. То есть положили шампур и вот так. И вот так, и вот так. То есть, чтобы мясо у нас прожарилось вообще с трех сторон. Ну, уж лучше показывать я буду, когда здесь будет мясо. Ой, это будет как указательная палочка, точно. Вот на таких ножках он складывается. Тут вот болты, удобно все можно сложить. Сталь 3 миллиметра получается здесь. А больше всего мне нравится вот эта вот штучка Unikit, которая здесь приклеена. Она такая прям стилевенькая, да, вот прям так приклеили. Вот не просто мангал, а какой-то стильный мангал теперь стал. И есть даже вот кочерга, сейчас мы шампур поставим. Даже кочерга вот такая вот в комплекте. Ой, неправильно беру кочергу. Короче, вот кочерга в комплекте. Ручечки, чтобы его перетаскивать. И вот с кочергой тут как раз уже дрова прогорели, и скоро можно будет ставить мясо. 12 шампуров, самое то. Не 6, 6 может быть маловато для большой компании. У нас обычно собираются большие компании. Вот. А 12 самое то, идеальный мангал. Да и по росту вот мне идеально подходит. Так что можно красоваться и жарить шашлык. А пока помешаем вот эту тему. Пока у нас тут тоже не прогорело. Смотрите, какая красота. Картошка тоже своя уже с нашего огорода. Мясо тоже свое от поросенка. Вот мама лучок подкидывает тут уже параллельно. Это просто сказка-песня, ребят. Ну, вы видели, я в каком-то ролике уже готовила на мангале. На... Как он называется, я опять забыла. Казан в казане. Вот такая кочерга. У нее нет ручки здесь, такой там деревянный или какой-то пластиков. Но она не нагревается, когда вот я так уже мешаю угли или просто даже вешаю на мангал. Она не нагревается. Мясо у нас, и вы не смотрите, что они вот, оно в такой вот упаковке. Это наше все-таки мясо от поросенка, который выращенный вот здесь, вот на калужской земле, выкормленный моими родителями, просто вот замариновали в этой штуке. Вот, лучочек, красота. В перемешку кто-то делает. Мы любим просто на шампурах сделать отдельно мясо, а уже в казане делать картошку вместе с овощами, тоже, которые выращены у нас здесь. Вот. Да, ну-ка, да, вот там, вон там у нас огород выращенный, прям вон там. Все вон там, вот все это выращивается. А вот хозяйка идет. Вот, а за камерой у нас отец, оператор. Плохо кусок у нас сидит. Лук обожаю. Ой, тут мясо только полосы. Снимать в кадре ложку облизывать. Мама тоже облизывает ложку в кадре. Он вкусно. По маринаду здесь самый минимум, вообще только соль, перец, лук, яблочный уксус и чутка соевого соуса, даже без майонеза. Майонез вредно, вот не надо делать майонез. Вот все, все по минимуму. Короче, я сейчас донасаживаю, то сейчас костер прогорит и быстрее все. Мясо готово, насажено, идем теперь уже класть на наш мангал. Впервые будем сейчас жарить на этом мангале. Посмотрим, каково это. Так, сейчас положу. Ай-яй-яй, испачкала. И расправлю секундочку. Вот, все, смотрите, как классно то, что здесь можно вот раз вот так вот перевернул шампур с этой стороны, поставил так, поставил так, поставил так. То есть прям крутишь по-разному. И вот эти емкости, здесь тоже шампур влезает, то есть ему нормально прокручиваться, очень удобно. Вот здесь он прокручивается, ничего ему не мешает. Вот и здесь вот как раз такие грани
которые позволяют прям по-разному прогреть наше мяско. Ждем. Честно говоря, у меня уже слюни текут. Прям есть очень хочется. Давайте угадаю, что каждый из вас обожает делать. Это, наверное, щипать лук также. Как я. Стопудово все так делали, да? Пока ждут мясо, все щипают лук. А в Казани эта еда у нас уже готова, оказывается. Обалдеть, вот оно что. Базилик прям с нашего огорода. Ребята, аромат просто непередаваемый. Вообще ни с одной приправой не сравнится, наверное, вообще. С ума сойти, вот это блюдо. Все вот это вот жижей от шашлыка промазываем. Кто чем поливает, кто-то пивом, мы просто поливаем тем, что остается от шашлыка. Там трактор гудит, проезжает. Кто-то там проезжает, вон трактор. Деревенская жизнь, нормально. Вот, и чтобы не подгорало мясо, вот этой штучкой вот делаем. Там собака отдыхает, спит. Валет, Валет, ты тоже ждешь шашлыка? Валет бешеный какой-то, с ним вообще не поиграешь. И к нему подойдешь, а он сразу... Кстати, сейчас он довольно спокойный, он даже не кричит, да? Ты ж мой Валет, ты ж мой Валет. Большой какой стал, но вернемся к нашему мясу и к нашему мангалу. Мясо у нас уже... Вот еще, почему мне тяжело всегда что-то вот готовить на костре? Потому что я пока заболтаюсь, оно все сгорит, выкипит куда-то, выльется, я забудусь, и нужно прям быстрее-быстрее все это делать. Тоже какой-то кипиш постоянно происходит. Нужно прям не расслабляться, а постоянно в движении все это быть. Как это называется, в ресурсе, в потоке, я не знаю, кто угодно, как это называет. Но, в общем, нужно быстрее-быстрее двигаться, чтобы все успевать. Кто это у нас там за цветами воет? Кто это? Это Валет. Валет. Валет, ну что ж ты за демон-то такой? Не рви, не рви, Валет. Валет. Валет, с тобой невозможно нормально поиграть. Ты как демон сегодня делаешь. Нет, я не буду с тобой. Ты не можешь успокоиться. Валет, ну что ж ты за песик вот такой любимый мой, а? Ну все, вот он уже готов. Готов шашлык. Приготовленный на новом мангале Unikit. Ну, по-моему, класс. Сейчас будем пробовать. Ну вот, друзья, там уже за нашим большим семейным столом я буду пока сок. Вон там где-то наш шашлык, который я приготовила. Вот эти белые красивые розы, которые папа подарил маме в этот прекрасный день. Вот. И что, друзья, все, что не делается, все ради любви. Вот, мои родители вместе уже 30 лет, и это огромнейший пример для меня и пример того, что любовь живет вечно. Спасибо вам за просмотр. Вот такой вот у нас ролик с приготовлением. Спасибо.